Я вижу, понимаю, верю. Виктор Александрович, скажите, пожалуйста, вы какую юридическую фирму представляете? Деньги зарабатываю немного, чтобы тоже съездили. Документы у вас в машине, да? Да. А? Угу. Пройдите, посмотрите. Я тебе машину телефон. Ну а там типа инженера Макшейдера, ты тоже там что-то ведет. Ну сколько? Ну я смотрю, там 1000, 3, 5, наверное, там, да, или больше. Я даже кучу этих сильно не смотрел на нее. Ну я там по ночи поспали, посмотрел. Поработали. А вагонетка работает как? От электричества? Да, от подъемника. А управление подъемником где находится? Там. В кибитке? Да. Сторожка? По листам. Ну, все, да. Шашки. Она погрузчики, кто там старше? А сколько пообещали платить? 1000. В день. И что, за это сколько работает? Смена часов? А у нас вообще работает 8. 8 часов смена, да, 1000 рублей. Нормально, да. Объясни, я собственника поспокойся. Ну как это он не будет ходить. Дотягивай. Поднимай. А, вон же, вот это клей. Ковшом, мне кажется, поднимай. Шахта Восточная, там написано, плав горных выработок по пласту. Ну там пласты, я не собираюсь выработать. Это то же самое, только она там... Сейчас я же плав на горных. Как это? Идет черная.